еще по воле Всевышнего ни разу дома не проиграл. Сколько бился, я всегда выходил победителем. Иншаллах, это так и будет. По воле Всевышнего все происходит. И от него я все принимаю, как есть. Мои тренера не дадут мне соврать, как я готовился. Была очень упорная подготовка. Были проблемы, но хвала Всевышнему, я справился. Мы справились с этим. И он был претендентом номер один за пояс. Теперь я думаю, что организаторы подарят мне такую возможность, и я привезу этот пояс в Оренбург. Были тяжелые моменты, но я знал, что бы ни случилось, надо идти вперед. Этому меня научили мой дядька и мой отец. Также примером для меня и мотивацией является моя бабушка, которая ни на какие жизненные проблемы не могут ее остановить. Она идет вперед, и я ей благодарен за это.